Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем плести вот такое вот колье. Оно плетется в классическом плетении сеточном с шагом по 5, но тут есть вот эти вот элементы, которые чуть-чуть отличаются от классического этого сеточного плетения. Плюс это колье необычно тем, что горловина у него идет не ровненькая, как мы к этому привыкли, а с вот этими вот моментами. Вот. Собственно, колье выглядит вот так вот. А вот этих вот моментов, которые идут вот задние, вот этот и вот этот вот возле застежечки, их в идеале должно не быть. У меня они получились исключительно за счет того, что у меня просто закончился красный бисер, и я не смогла довязать вот этого вот момента до конца. Вот. Потому я буду вам показывать, как оно плетется в идеале, как оно должно выглядеть, а вот эти вот моменты, это уже на ваше усмотрение. Если они вам нравятся, вы можете их, конечно, применить в своем плетении. Если же нет, вот так вот оно смотрится гораздо лучше, гораздо красивее. Итак, друзья, давайте будем начинать наше с вами плетение. Итак, друзья, для того, чтобы у нас с вами получился такой вот этничок, нам необходимо сделать первый набор. Первый набор это мы завязываем узелочек, дальше набираем 2 бусинки прозрачных в моем случае. В вашем случае это тот цвет, который вы себе выбрали за основной. Дальше идет 1 красная бусинка, 2 бусинки прозрачных, 10 бусинок красных, 5 бусинок прозрачных, 1 красная и 2 прозрачных. Поворачиваем наш набор вверх. И дальше отсчитываем 3 бусинки красных и в четвертую по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 красных бусинок. 1, 2, 3, 4, 5. И продеваем в первую вот эту красную бусинку, которая у нас первую из 10. И вот в эту первую красную по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Вот что, собственно, у нас получается. И теперь мы продеваем вот в эту нашу узелковую бусинку по направлению вверх нашу иголочку. Вот, собственно, что у нас с вами и получилось теперь. Дальше мы набираем 2 бусинки белого цвета прозрачного и 3 бусинки красных. У нас с вами идет сейчас почти классическое плетение техники, в сеточной технике. Но оно идет с шагом по 5. Сейчас я набираю бусинки, и они у меня что-то совсем не хотят проходить так, как надо. 2. Вот вроде набрала, что еще не набрала. Вот теперь первую бусинку красную по направлению вниз мы продеваем нашу с вами иголочку.
Далее мы набираем 5 бусинок красного цвета. Раз, два, три, четыре и пять. И по направлению вниз среднюю бусинку, вот эту красную, продеваем нашу иголочку. Мы их набирали с вами 5, напоминаю. Потому средняя у нас будет третья. Дальше мы с вами набираем 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красных. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот в эту красную бусинку, которая у нас одна, вот тут вот продеваем нашу иголочку по направлению вниз. Дальше мы с вами набираем 6 красных бусинок. Раз. Набрали мы с вами 6 бусинок красных и 7 бусинок прозрачных нужно набрать. Набрали мы с вами 6 красных и 7 прозрачных. Отсчитываем первых 2 сверху, вот этих красненьких. И в третью продеваем иголочку по направлению вниз. Точнее вверх, извиняюсь. Вот что у нас с вами должно получиться. Вот такая вот штука. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета. Так. У нас бисером что-то совсем плохо. Так, так, так. Набрали 5. И вот в эту красную бусинку продеваем нашу иголочку. Дальше, друзья мои, мы набираем 5 бусинок красного цвета. И вот в эту бусинку красную продеваем нашу иголочку по направлению вверх. И вот что мы с вами получаем. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. Раз, два, три, четыре, пять бусинок прозрачных. И вот в эту среднюю бусинку красного цвета продеваем нашу иголочку по направлению вверх. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. И проходимся вот в эту бусинку угловую красного цвета. Дальше мы с вами набираем 3 бусинки красного цвета и 3 бусинки прозрачных. Раз, два, три. И опускаем наши бусинки вниз. Вот так. Далее мы пропускаем прозрачные бусинки и в нашу красную бусинку первую по направлению вниз продеваем нашу иголочку. Вот что у нас с вами, собственно, получается. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета и в среднюю вот эту вот бусинку мы продеваем нашу иголочку. Далее мы набираем 3 бусинки красного цвета и 2 бусинки прозрачных. И в прозрачную среднюю мы продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачного цвета. Раз, два, три, четыре, пять. И вот в эту среднюю красную бусинку с 5 продеваем иголочку по направлению вниз. Дальше мы с вами набираем снова 5 бусинок красного цвета. И в последнюю, ой, у меня опять не проходит моя бисерка. 3, 4, вот последнюю красную бусинку мы проходим нашей иголочкой по направлению вниз. Вот так вот. Вот, собственно, у нас уже начинает с вами вырисовываться наше изображение. Дальше мы набираем 6 бусинок красного цвета. 2, 4, 5, 6. И 7 бусинок прозрачных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.
опускаем наши бусинки вот так вот и отступаем вот этих вот две бусинки красных и в третью вот по направлению вверх продеваем нашу иголочку вот так вот. Дальше мы с вами снова набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. И в среднюю вот эту красную бусинку продеваем иголочку по направлению вверх. Дальше мы с вами набираем 5 прозрачных бусинок. И в среднюю вот эту прозрачную бусинку по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше мы набираем 2 прозрачные бусинки и 3 бусинки красного цвета. 1, 2, 3. И вот в эту красную бусинку, в среднюю, по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И опускаем и проходимся в красную бусинку, вот эту, среднюю, которая вот на нашем уголочке. Вот так вот вверх. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. 3, 4, 5. И по направлению вниз, в среднюю, проходимся нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. И в последнюю красную по направлению вниз проходимся иголочкой. Вот так вот. Дальше мы набираем 3 бусинки красных и 2 бусинки прозрачных. И в среднюю прозрачную, вот эту вот, в нашем ряду прозрачных, продеваем нашу иголочку. Вот у меня опять застряла бусинка. Ну, такое бывает. Далее мы с вами набираем 5 бусинок прозрачных. 4, 5. И в среднюю с 5 продеваем нашу иголочку по направлению вниз. Вот так вот. Дальше мы с вами поворачиваем. И набираем 5 бусинок красного цвета. 3, 4, 5. И в последнюю красную продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Вот что у нас с вами уже получается. Дальше, друзья, мы с вами набираем 3 бусинки красного цвета и 11 бусинок прозрачных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Опускаем. Теперь пропускаем все бусинки прозрачные и в первую красную по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Вверх. Вот. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И в среднюю красную вот эту вот бусинку. Сейчас, чтобы она хорошо сфокусировалась. Продеваем по направлению вверх. Вот так вот. Дальше мы набираем с вами 3 бусинки красного цвета и 2 бусинки прозрачные. И в среднюю вот эту вот прозрачную по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. И вот в эту красную бусинку первую по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 3, 4, 5. И в среднюю красную по направлению вверх проходим нашу иголочку. Дальше мы с вами набираем 3 бусинки красного цвета и 2 бусинки прозрачные. И проходимся вот в эту бусинку по направлению вверх. Далее набираем 2 бусинки
прозрачных и три бусинки красного цвета. И по направлению вниз проходимся в первую красную бусинку. Оп. Вот так вот. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета. И в среднюю красную проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше набираем 5 бусинок прозрачных. 3, 4, 5. И в среднюю прозрачную, вот тут вот, проходим нашей иголочкой. Дальше мы набираем 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красного цвета. Раз, два, три. И в первую красную проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. 3, 4, 5. И в среднюю бусинку по направлению вниз проходимся нашей иголочкой. Дальше мы набираем 7 бусинок прозрачных. 4, 5, 6, 7. И в среднюю бусинку. Спеки вот эту вот так. Так вот. Проходимся нашей иголочкой. Дальше, друзья, мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. Раз, два. 3, 4, 5. И в последнюю красную бусинку, вот эту по направлению вверх, продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше, друзья мои, мы с вами набираем 5 бусинок прозрачных. Ой, извиняюсь, мы набираем 3 бусинки красных и 2 бусинки прозрачных. Вот так вот. И в среднюю прозрачную по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. И в среднюю красную продеваем нашу иголочку с вами. Далее мы набираем 5 бусинок. И вот в эту бусинку, крайнюю красную, по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше мы набираем 3 бусинки красного цвета и 3 бусинки прозрачных. Опускаем их вниз к нашему изделию. Белые бусинки прозрачные мы пропускаем и в первую красную по направлению вниз продеваем нашу иголочку. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. И секундочку. И в среднюю красную вот эту продеваем нашу иголочку по направлению вниз. Вот, собственно, вот так вот. Так, друзья, дальше мы набираем с вами 3 бусинки красных и 2 бусинки прозрачных. И вот в эту среднюю прозрачную по направлению вниз продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 2 бусинки прозрачных и 1, 2, 3 бусинки красных. И в среднюю красную продеваем нашу иголочку по направлению вниз. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 2, 3, 4, 5. И проходимся вот в эту нашу бусинку. Дальше мы с вами снова набираем 7 бусинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прозрачного цвета. И в среднюю красную по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 3, 4, 5. И вот в эту вот красную бусинку проходим нашей иголочкой. Дальше мы набираем 3 бусинки красного цвета и 2 бусинки прозрачных. И вот в эту красную бусинку, вот в эту, по направлению вверх, проходим нашей иголочкой. Вот что у нас с вами получается. Дальше мы набираем с вами 5 бусинок красного цвета. И в среднюю вот эту красную бусинку по направлению вверх продеваем нашу иголочку. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. 3,
4, 5. И по направлению вниз, вот в эту красную бусинку, проходим нашей иголочкой. Вот так вот у нас с вами получается. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок прозрачных. Раз, два, три, 4, 5. И вот, извиняюсь, мы набираем 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красных. И вот в эту красную бусинку по направлению вниз продеваем нашу иголочку. Вот что у нас с вами получается. Дальше мы снова набираем 5 бусинок красного цвета. Вот, и вот в эту среднюю бусинку по направлению вниз красную продеваем нашу иголочку. Ой, а вот у меня застряла опять, ой, бусинка. Мы ее продели. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок прозрачных. 3, 4, 5. А одну бусинку красную и 2 бусинки прозрачных. Вот так вот. И в среднюю вот эту вот красную бусинку, ой, по направлению вверх мы проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 5 красных бусинок. 4, 5. И вот в эту бусинку последнюю красную проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше, друзья, мы набираем 3 бусинки красного цвета и 2 бусинки прозрачных. И вот в эту среднюю бусинку прозрачную по направлению вверх проходим нашей иголочкой. Далее мы набираем 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красных. Раз, два, три. И в первую вот эту красную по направлению вниз проходимся нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета. Раз, два, три, 4, 5. И в среднюю красную по направлению вниз проходим нашу иголочку. 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красных. И вот в эту красную бусинку одинокую проходим нашей иголочкой. Дальше набираем 6 бусинок красного цвета и 7 бусинок прозрачных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Опускаем это дело вниз. Пропускаем первые 2 красные бусинки и в третью красную по направлению вверх проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Далее набираем 5 бусинок красных. 4, 5. И вот в эту красную бусинку вот так вот проходим нашей иголочкой по направлению вверх. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок. Извините, мы набираем 2 бусинки прозрачных. 2 бусинки прозрачных, 3, 4, 5 прозрачных бусинок. И вот в эту вот красную бусинку проходим по направлению вверх. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. 4, 5. И вот в эту красную бусинку по направлению вверх проходим нашей иголочкой. Дальше мы с вами набираем 3 бусинки красных и 3 бусинки прозрачных. Опускаем бусинки к нашему изделию. Как обычно, пропускаем прозрачные в первую красную по направлению вниз. Проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы с вами снова набираем 5 бусинок красного цвета. 4, 5. И по направлению вниз, вот в эту среднюю красную бусинку, проходим нашей иголочкой. Вот так вот. Вот что у нас, собственно, с вами получается. Теперь мы набираем 3 бусинки красных. Раз, два, три. И 2 бусинки прозрачных. Проходим нашей иголочкой в среднюю вот эту вот прозрачную бусинку по направлению вниз. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок прозрачных. 5. И в среднюю вот эту красную бусинку проходимся по направлению вниз. Дальше нам нужно набрать 5 красных бусинок. Итак, друзья, мы с вами сделали ошибочку вот тут вот, потому этот ряд мы сейчас распустим.
Вот так вот. Тут нужно было набрать две бусинки красные, две бусинки прозрачные и три бусинки красные, потому что мы с вами делаем угол. Вот, а у нас получилось, мы набрали 5 прозрачных. Сейчас сняли этот ряд и теперь набираем вместо 5 прозрачных 2 прозрачных и 3 бусинки красных. И в среднюю красную проходим нашей иголочкой. Дальше нам нужно набрать 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в эту красную бусинку по направлению вниз пройтись нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 7 прозрачных бусинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в эту красную бусинку, среднюю с 5, по направлению вверх, проходимся нашей иголочкой. Вот как у нас получается. Дальше мы набираем 5 бусинок красных. 1, 2, 3, 4, 5. И по направлению вверх, вот в эту вот красную бусинку, проходимся нашей иголочкой. Вот. Вот что у нас с вами получается. Дальше мы набираем 3 бусинки красных и 2 бусинки прозрачных. И вот в эту красную бусинку проходимся нашей иголочкой по направлению вверх. Дальше мы с вами набираем 5 бусинок красного цвета. И в среднюю вот эту бусинку по направлению вверх проходимся нашей с вами иголочкой. Дальше мы набираем 4 бусинки, 5 бусинок прозрачных, извините, 5 прозрачных и в среднюю вот эту по направлению вниз проходимся нашей иголочкой. Вот так вот. Дальше мы с вами набираем 2 прозрачных и 3 красных бусинки. И вот в эту красную бусинку по направлению вниз проходимся нашей с вами иголочкой. Вот так вот. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в эту вот бусинку проходимся нашей иголочкой. Дальше набираем 3 бусинки прозрачные. 5 бусинок прозрачных. 1 бусинку красную и 2 бусинки прозрачных. И вот в эту среднюю красную бусинку по направлению вверх проходимся нашей иголочкой. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета. 3, 4, 5. И вот в эту вот красную бусинку проходимся нашей иголочкой. Далее мы набираем 3 бусинки красных и 2 бусинки прозрачных. И в эту вот прозрачную бусинку по направлению вверх проходим нашей иголочкой. Дальше мы набираем 2 бусинки прозрачных и 3 бусинки красного цвета. 2, 3. И вот в эту красную бусинку по направлению вниз проходимся нашей с вами иголочкой. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И проходимся вот в эту вот красную с вами бусинку. Дальше мы набираем 2 бусинки прозрачные и 3 бусинки красные. И вот в эту нашу одинокую красную бусинку проходимся к нашей иголочкой. Далее мы набираем 6 бусинок красных и 7 бусинок прозрачных. 2, 4, 6 красных и 7 прозрачных бусинок. 3, 4, 5, 6, 7. И как мы с вами это уже делали? Это уже идут повторения. А пропускаем 2 вот эти вот красные бусинки. И 3 по направлению вверх проходим нашей с вами иголочкой. Дальше мы набираем 5 бусинок красного цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в эту красную бусинку по направлению вверх. Итак, уже набрали мы 5 бусинок, проходим вот в эту нашу бусинку красненькую. Вот. И дальше у нас уже идут повторения, собственно. Дальше мы набираем 5 бусинок прозрачных. Проходимся вот в эту среднюю красную бусинку.
Снова набираем 5 бусинок прозрачных, красных, извините, 1, 2, 3, 4, 5 красных бусинок. И проходимся вот в эту вот бусинку красную. Вот. И дальше мы с вами делаем абсолютно те же самые повторения. Мы делаем вот этот вот уголочек, и дальше идем вот этот вот элемент продолжаем делать. Да? Для этого мы набираем снова 1, 2, 3 бусинки красных, 1, 2, 3 бусинки прозрачных, опускаем, проходимся в красную бусинку по направлению вниз. Дальше набираем 5 бусинок красного цвета, 1, 2, 3, 4, 5, проходимся в среднюю красную бусинку. Дальше набираем с вами 3 бусинки красные, 2 бусинки прозрачные, проходимся в среднюю нашу прозрачную бусинку. Вот, и собственно дальше мы делаем все наши повторения, те, что вот тут вот. Эту работу вы можете смело проделать самостоятельно. Желаю вам терпения. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада каждому. Все, до новых встреч, друзья, в новых видео.